Марию Яковлевну Кутровскую война застала 10-летней, но, кажется, ни воспоминания о событиях роковых-сороковых, ни преклонный возраст не способны стереть с ее лица оптимизм и затушить огонек в глазах. А чтобы пожилой возраст не стал испытанием, на помощь всегда приходят волонтеры и активисты Союза молодежи. Начали, как всегда, с беседы за стопкой черно-белых фотографий, грамот и благодарностей. Да, когда-то хвалили и поощряли ее, молодую энергичную комсомолку. Настал час, когда слова благодарности произносит она. За последнее время очень активизировалась работа волонтеров. Я считаю, что на сегодняшний день волонтерское движение – это самое лучшее, что было придумано молодежью. Потому что они стали видеть жизнь не такой, как они себе представляют в домашних условиях, а то, что есть в самом деле, и как живут наши пожилые люди. И вот здесь начинает проявляться уже милосердие и отношение к жизни. Помыть окна, подмести пол, протереть пыль, выбить ковры. Что может быть проще, говорят волонтеры, учащиеся средней школы номер 7 города Бреста, и тут же охотно берутся за любую работу. Как будто помогают своей родной бабушке. Все это не ради десяток в дневнике, выгоды или какой-то награды. Есть что-то более важное и нужное. Важно не только сегодня, это было важно всегда. Сейчас, на данный момент, мы являемся последним поколением, которое может пообщаться с ветеранами. Тем более, мы, Мария Яковлевна, мы уже не в первый раз. Мои дети всегда рады помочь, всегда отзываются по возможности прийти, убраться. Тем более, после зимы, я думаю, многим пожилым людям тяжело самим прибраться дома. Масштабная благотворительная кампания «К ветерану с добрым сердцем» стартовала в Бресте. На протяжении месяца добровольцы будут оказывать поддержку одиноким пожилым людям, ветеранам. К слову, крупномасштабная акция «Беларусь помнит» включает в себя целый ряд проектов. В рамках реализации городского нашего проекта планируется записать много роликов, сюжетов наших ветеранов, которые расскажут о себе, расскажут о том, где они воевали, расскажут о том, какие получили награды и, конечно же, дадут напутственное слово нашей молодежи. Мы, конечно же, постараемся охватить как можно больше. Эта акция не закончится там, на 9 мая, конечно же, она будет реализовываться дальше. Вот, и наши университеты также, то есть весь город сегодня занят тем, что посещает наших дорогих ветеранов. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.